девушка была найдена в одном из поселков Темрюкского района, собственно, в поселке Береговое, который расположился на берегу Динского залива. Найденная курительная трубка турецкого типа. Однако хронологически я не могу точно сказать, когда она была сделана. Примерно в 17-19 веках. Вообще курительные трубки, как правило, датируют временем появления самого курения. Не стоит забывать главное, в каком месте была найдена трубка и как она могла, собственно, попасть туда, кто ей мог бы пользоваться. Вообще в России большое количество курительных трубок именно турецкого типа было найдено в Азове Ростовской области. Азов, в принципе, располагается не так уж и далеко от того места, где была найдена трубка мной, но не надо забывать, что рядом располагается Керчь, где в свое время была турецкая крепость Йеникале, поэтому вполне возможно, что эта трубка могла быть и турецкой. То есть ей мог пользоваться как турок, так и русский. Если кто-нибудь разбирается в датировке подобных находок, то обязательно напишите об этом в комментариях.